И одно из самых великих дел, самых лучших дел в этом дуне, то, чтобы ты и я были служителями этой религии, чтобы мы помогали ей. И они говорят: клянусь Аллахом, я мечтаю о том, чтобы я до последних мгновений своей жизни защищал и призывал к этой религии. Они ушли, они опередили, они забрали огромный аджр. Сегодня нет ученых больших среди нас. Сегодня нет огромных средств у нас. Однако это шанс для каждого из нас. Ты можешь заработать для себя благо. Аллах доверил в наш век, на нашей земле, религию нам. Разве кафиры будут ее распространять? Разве придут вероотступники и будут говорить: распространяйте эту религию? Аллах после сподвижников сегодня доверил тебе. Ты ответственен за распространение этого призыва. А как относимся сегодня к этому мы? Многие из нас относятся, что это как будто бремя ненужное, что это как будто обуза для нас, наша религия стала для нас обузой. Когда тебе говорят: ради Аллаха, для этой религии нужно что-то сделать, люди отворачиваются. И они утверждают, что если бы были в век пророка, они бы были сподвижниками, ради Аллаху анхум уардаху. Поэтому, братья, цените то, что вам дал Аллах. Аллах привел вас в эту религию. Аллах возложил сегодня на вас эту ответственность. Донесите ее до следующих поколений должным образом, подобно тому, как до вас донесли эту религию сегодня. И ваша награда ждет вас у Аллаха Всевышнего. Наши силы слабы. У нас нету того, что есть у наших противников, у наших врагов. Но клянусь Аллахом, если мы вернемся к тому, с чего начиналась эта религия, к ее основам, и если в наших сердцах будет искренний, глубокий иман, клянусь Аллахом, Аллах даст поддержку и победу этой религии, и она не будет побеждена